Ураганы, смерчи и другие опасные метеоявления стали происходить в мире все чаще. Самым смертоносным в этом столетии метеорологи назвали ураган, который пронесся в Москве и Подмосковье. От него пострадали десятки человек, 16 погибли. И всего через три дня торнадо снес крыши 4 домов и нескольких хозяйственных построек в Черемшанском районе Татарстана. Возникает часто так называемая кучедождевая облачность. Эта облачность, она часто бывает связана и с прохождением линии фронтов, и может возникать в летнее время внутри масс, как мы говорим, конвективные явления. То есть вот вся обстановка, она гидрометеорологическая, она направлена на то, чтобы вот возникали такого рода разрушительные события. Стоит отметить, что не каждый циклон может называться ураганом. Некоторые проходят с характерными для местности атмосферными явлениями и дальше затухают. Сам циклон является атмосферным вихрем внушительного размера, который закручен в южном полушарии по часовой стрелке и против часовой в северном. Их особо отчетливо видно из космоса. Прогнозируют двумя путями. Первый – это смотрит на обстановку. Вот как мы сейчас смотрим на нашу карту, мы видим, здесь у нас фронты проходят, он красный, синий. Вот. А где зеленый, это значит осадки упадают, там и грозы и так далее, потому что они связаны с циклоническими вихрями. Вот. Это вот такой анализ, как говорится, фоновый. А специальный анализ – это вот с помощью радиолокаторов. О причинах подобного погодного явления можно дискутировать достаточно долго, но стоит отметить, что главным источником изменений на планете являются сами люди. Человек стал таким сильным, научился влиять на природу и уже изменил климат на планете. Но при этом важно понимать, что мы до сих пор не умеем управлять погодой в конкретном месте. Например, нет силы, которая способна была бы остановить ветер. Мы видим лишь одно, что за последние десятилетия у нас число опасных явлений только возрастает. Здесь заканчивается, наверное, 10-12 годом, а фактически и в настоящее время это все. Особенно прошлый год, нынешний год. Стоит отметить, что ученые со всего мира считают, что основным фактором появления опасных природных явлений является глобальное потепление. Использование полезных ископаемых в качестве источников энергии способствовало концентрации парниковых газов в атмосфере. В результате этого в последнее столетие средняя температура на Земле повысилась на 1 градус. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Thank you.